Добрый день. Сегодня 17 июня. Иду, вот вижу, как в этом году цветут катальпы. Интересно. Вроде катальпы цветут каждый год. Я такой их не обращал. Тоже никак так в этом году буйно цветут. Какие большие деревья, если вдуматься, вырастают. Конечно, очень старые деревья. Но вот маленькие. Как в этом году обильно так цветет. Что случилось? Цветы. Приглядеться, такие здоровые, большие, интересно раскрашенные. Вот. У них стоит посмотреть. Они сейчас цветут где-то в июне. Что надо сказать, ввиду изменения климата, как-то раньше и раньше. Хотя сейчас, наверное, обычное для них явление. Они уже отцветают. Нравятся цветы на земле. Вот. В общем, бесплатное развлечение. Так они выглядят. И нет. Вот в этом году большие цветут почему-то, я уж не знаю. По-моему, раньше так вот активно я внимания не обращал. Это длинное соцветие. И оно потихоньку распускается. Они сейчас цвести будут достаточно долго. Но цветы сами все достаточно большие, и приглядеться с такой вот достаточно яркой раскраской, а издали это не так заметно. Как-то в этом году мне это попалось на глаза. Так, спасибо.